В классе по 30 учеников и учеба в две смены. В единственной школе в микрорайоне Чурилово детям едва хватает места в классах. Нужна новая школа, и уже готов ее проект. Когда появится здание, узнала Ирина Гончаренко. Из Чуриловской школы после звонка с уроков выбегают сотни школьников. Своего сына-второклассника ждет Ирина Черепанова. Рассказывает, каждый день провожает и встречает ребенка. Идти одному мальчику опасно, слишком далеко, а маршрутки не ходят. Семья живет в новом соседнем микрорайоне Яблочном, и школы ближе попросту нет. Ужасно. Ребенок в состоянии ни в каком. Что то, что другой приходит в школу, он уже уставший, ему уже урок физкультуры не нужен. Он уже не хочет ничего, ему охота просто отдыхать, потому что 300 км идти пешком с рюкзаком, это очень тяжело. Эта школа единственная в Чурилово, и она переполнена. Здесь учатся все местные дети и школьники из микрорайона Яблочного. В этом году набрали 12 первых классов. Проблема Ирины Черепановой и сотни других семей может решиться с постройкой новой школы и детского сада. Уже есть несколько проектов. По одному из проектов новый детский сад и школу должны построить на этом месте, между микрорайоном Чурилово и Яблочный. А свои двери новые учебные заведения должны уже будут открыть для 1000 ребят в сентябре 2018 года. Чтобы построить школу, региону нужна поддержка федерального бюджета. В России утвердили программу для создания новых школ. И сейчас нужно добиться участия Челябинской области в этой программе. Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов рассказывает, в прошлом году направили 50 миллиардов рублей на всю Россию. Челябинск получил часть денег. За счет них и построили школу в районе Парковом. Челябинская область одна не потянет. Вот этот вот проект, нужно именно федеральное финансирование. И я считаю, у нашего региона есть очень хорошие шансы это финансирование получить и у Чурилова начать строительство новой школы и нового детского сада уже вот в обозримое время. Строительство нового учебного заведения поможет разгрузить эту школу. В этом году учеников на 400 больше, чем в предыдущем. Дома в ближайших новых районах заселяют молодые семьи с детьми. Конечно, выбирают школу поближе. Вот и получается, больше 2000 ребят учатся в две смены и по 30 человек в классе. Выпускается из школы 140. Это 5 классов девятиклассников и 1 11 класс. То есть уходит 5, приходит 12. И еще дети продолжают пребывать ежедневно. У меня бывают родители, которые переехали в микрорайон. Школа поможет и частично решить вопрос обучения в одну смену. Кроме того, станет возможным и появление специальных профилей физико-математического, гуманитарно-правового или языкового. Пять родителей до сегодняшнего дня возят своих детей за пределы Чурилова. Кто-то учится в лицее, кто-то учится в гимназии, кто-то получает образование в другой школе. Для того, чтобы доступность была непосредственно в этом микрорайоне, необходимо эту проблему решать комплексно. Федеральные средства на возведение школ будут распределяться между регионами в ноябре. Добавлю, что строительство новой школы и детского сада обойдется более чем в 1 миллиард рублей. Ирина Гончаренко, Андрей Ярушев, ОТВ.